Всем здравствуйте! Сегодня на занятии мы будем умножать число 4. Число 3 и число 2 мы умножали на предыдущих занятиях. Вы их можете найти в плейлисте, который называется «Умножение». Давайте приступим к разбору примеров на умножение числа 4. Сосчитаем кубики на рисунке. Их удобнее считать по 4. Число 4 – нужно повторить 3 раза. Или взять слагаемое 4 3 раза. Так как складываются одинаковые числа, пример на сложение можно заменить примером на умножение чисел 4 и 3. Получится 12. Решим пример 4 умножить на 2. При умножении на 2 число 4 повторяют 2 раза. Получится 8. Чтобы число 4 умножить на любое другое число, нужно повторить его столько раз, сколько показывает второй множитель. В данном примере 4 нужно повторить 5 раз. Получится 20. Давайте составим все примеры на умножение числа 4. Вспомним, что такое умножение. Умножение – это сложение одинаковых слагаемых. Запишем 4 плюс 4. Что это значит? По 4 взяли 2 раза. По 4 взяли, вместо слова взяли, ставим точку, это умножение, 2 раза. 4 плюс 4 равно 8. 4 умножить на 2 равно 8. Следующий пример. Теперь слагаемое возьмем не 2 раза, а 3. 4 плюс 4 и плюс 4. Это значит, что мы по 4 взяли 3 раза. 4 умножить на 3 получится 12. Можно к предыдущему числу прибавлять 4. 8 плюс 4 – 12. Следующий пример. Теперь по 4 возьмем 4 раза. 4 умножить. Плюс 4 плюс 4 плюс 4 равно. По 4 взяли 4 раза. Получится 16. Дальше. 4 плюс 4 плюс 4 плюс 4 и плюс 4. Это значит, по 4 взяли 5 раз. 4 умножить на 5 равно 20. Следующий пример. 4 плюс 4 плюс 4 плюс 4 плюс 4 и плюс еще 4. Это значит, по 4 взяли 6 раз. 4 умножить на 6 – 24. Следующий пример. 4 плюс 4 плюс 4 плюс 4 плюс 4 плюс 4 и плюс 4. Это значит, по 4 взяли 7 раз. 4 умножить на 7 – 28. Следующий пример. 4 плюс 4 плюс 4 плюс 4 плюс 4 плюс 4 плюс 4 и плюс еще 4. Это значит, по 4 взяли 8 раз. 4 на 8 – 32. Следующий пример. 4 плюс 4 плюс 4 плюс 4 плюс 4
плюс 4, плюс 4, плюс 4 и плюс 4. Посмотрите, такой длинный пример мы можем заменить умножением. 4 умножить на 9. 4 на 9 получится 36. А теперь запишем только примеры на умножение. 4 умножим на 2, получится 8. 4 умножить на 3, получится 12. 4 умножить на 4, получится 16. Запоминаем. 4 умножить на 5, получится 20. 4 умножить на 6, 24. 4 умножить на 7, 28. 4 умножить на 8, 32. И 4 умножить на 9, 36. А теперь воспользуемся секретиком. От перестановки множителей произведение не меняется. Поменяем множители местами. 2 умножим на 4. Результат от этого не меняется. И когда мы с вами изучали умножение числа 2, мы уже этот пример проговаривали. Дальше. 3 умножить на 4. Получится 12. Этот пример мы тоже с вами проговаривали. А теперь посмотрите. Множители одинаковые. Нет никакого смысла менять их местами. Получится 14, 16. 4 умножить на 4 – 16. Дальше 5 умножить на 4 – 20. 6 умножить на 4 – 24. 7 умножить на 4 – 28. 8 умножить на 4 – 32. И 9 умножить на 4 – 36. Вот все примеры на умножение числа. Решим задачу. Папа купил детям 3 открытки по 4 рубля. Сколько денег он заплатил? Запишем кратко условия задачи. Одна открытка стоит 4 рубля. Всего папа купил 3 открытки. Нужно узнать, сколько денег заплатил папа. Чтобы узнать, сколько денег заплатил папа, возьмем по 4 рубля 3 раза, то есть умножим 4 на 3. Получится 12 рублей. Запишем ответ. Папа заплатил 12 рублей. Задача решена. Выполним упражнение. Нам нужно в каждый пример вписать ответ. Я буду вписывать при помощи компьютера, а вы записываете в тетради. 4 умножить на 1. Что это значит? По 4 взяли 1 раз. 4 умножить на 1 получится 4. Самостоятельно выполните следующие примеры. 4 умножьте на 5 и 4 умножьте на 3, а потом проверим. Проверяем. 4 умножить на 5, это значит, по 4 взяли 5 раз. 4 плюс 4 плюс 4 плюс 4 плюс 4 получится 20. У кого также поставьте плюсик. Проверяем следующий пример. По 4 взяли 3 раза. 4 плюс 4 плюс 4 получится 12. У кого также поставьте плюсик. Вы молодцы! Выполним следующее упражнение.
нам нужно каждому выражению подобрать его значение. 4 умножить на 5, 4 умножить на 4, 4 умножить на 3. И обратите внимание на пример, в котором два действия. 4 умножить на 2 и минус 2. Первое действие будет умножение. Мы должны 4 умножить на 2, а от полученного произведения вычесть 2. Выполните самостоятельно эти примеры, а потом проверим. Проверяем. 4 умножить на 5, это значит, что по 4 взяли 5 раз, получится 20. 4 умножить на 4, по 4 взяли 4 раза, получится 16. 4 умножить на 2, получится 8. И от 8 отнимем 6. От 8 отнимем 2, получится 6. И 4 умножим на 3, получится 12. Молодцы! Кто выполнил так же, поставьте себе восклицательный знак. Выполним следующее задание. Заполним пропуски подходящими числами. Посмотрите, неизвестен множитель. Этот множитель умножили на 4 и получили 20. Какое число умножили на 4, чтобы получилось 20? Какое число нужно взять 4 раза? Это число 5. 5 умножили на 4, то есть по 5 взяли 4 раза, получилось 20. Выполните дальше самостоятельно, а потом проверим. Проверяем. Пропущенный множитель 4. 4 умножить на 4, получится 16. Второй столбик. 4 умножить на 3, получится 12. По 4 взяли 3 раза. Далее. 4 нам нужно умножить на 2, получится 8. Кто выполнил так же, тот молодец. Выполним следующее задание. Каждому выражению подбери его значение. Обратите внимание на все выражения, а не с двумя действиями. Первым действием всегда выполняется умножение. Давайте вместе прорешаем первый пример. 4 умножить на 4 и прибавить 3. 4 умножить на 4 получится 16. И к 16 прибавим 3, получится 19. Выполните самостоятельно еще 3 выражения, а потом проверим. Проверяем. 4 умножить на 2, получится 8. И к 8 прибавим 3, получится 11. 4 умножить на 4, получится 16. И 16 прибавим 4, получится 20. 4 умножить на 3, получится 12. И к 12 прибавим 5, 17. Кто выполнил так же, тот молодец. Решим примеры. Поставьте ролик на паузу, выполните это задание, а потом проверим. Проверяем. 4 умножить на 5 получится 20. 2 умножим на 5, получится 10. 4 умножим на 4, получится 16.
И 4 умножим на 3, получится 12. Кто выполнил так же, тот молодец. Выполним упражнение на сравнение. Нам нужно сравнить и выбрать подходящий знак. Обратите внимание на первое выражение. 4 умножить на 3. Нужно сравнить результат действия умножения, то есть произведения, с 14. 4 умножить на 3 получится 12. 12 меньше 14. Выполните самостоятельно еще 3 неравенства, а потом мы проверим. Проверяем. 4 умножить на 4 получится 16. 16 меньше 17. Проверяем дальше. 4 умножить на 2 – 8. 8 меньше 10. 4 умножить на 5 – 20. 20 больше 12. Кто выполнил так же, тот молодец. С вами вместо репетитора была Ирина Викторовна. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Это ваша благодарность за мою работу. Всего вам самого доброго. До новых встреч!